В эти дни, например, работа кипит на улице Ворошиловская на Бытхе. Там рабочие уже уложили асфальт, сейчас над гладкостью полотна трудятся катки. Продолжается ремонт и на Сухумском шоссе. Там сейчас укладка свежего асфальта в самом разгаре. Нам было выделено 210 миллионов на ремонт дорог. Это 32 дороги в городе Сочи. На данный момент ведутся работы. Уже сделано 8 улиц из 32. Закончить ремонт нужно успеть до конца года, говорят в управлении автодорог Сочи. Кроме того, сейчас на курорте продолжается и ямочный ремонт. В списке 46 улиц в разных частях города. На эти цели из городского бюджета выделено 26 миллионов рублей. Срок окончания косметического ремонта – конец ноября. Кроме того, как обещают местные власти, ориентировочно через 2 недели в Сочи обустроят дополнительные парковочные места на улицах Яна Фабрициуса и Москвина.